Здоровки, Амиго! Я рад приветствовать тебя на канале Амигон, и сегодня у нас реакция на доктора Дью. Как давненько мы не смотрели доктора Дью. Как сделать крайне полезное... Мягко говоря, нифига. Погнали посмотрим. Прошлые поиски. Я вдруг вспомнил, что ты искал в этих ящиках и на что-то наткнулся в прошлых роликах. Мудак дел полная хуйня метод. О! Здрасте. Добро пожаловать в наш уголок иррационализма и членовредительства. Для новоприбывших по традиции вкратце объясню. Мы тут самоделки проверяем. Мы начинаем начинать! И начнем, конечно же, мы с нашей любимой рубрики «Комменты». Кеннисик, хватит писать комменты. Чем больше вы их пишете, тем реже выходят видосы. Он же ёбнутый. Пока все не прочитает, видос не снимает. Кстати, да, вы сегодня молодцы. Всего 7 тысяч комментов. В прошлый раз было 10. Но, в принципе, одно с другим вообще никак не связано. Так что мы переходим к следующему комментарию. На нашем канале есть тёлочки. Натали МСД. Тут не хватает одной детали. Надо в центр ставить хер, чтобы на нем вертелась техника безопасности. Надо будет обдумать этот вопрос. И последний коммент от NotBad, который собрал самое большое количество лайков. Необходимо переделать длинную болгарку под фен и снабдить ее поворотным приводом, как на дрели, чтобы можно было дуть из-за угла. А это хорошая идея. Многие из вас очень сильно меня ругают по поводу того, что я очень часто и много говорю такие нехорошие слова, как «хуй», «пизда», «сковорода». А ведь я вам уже рассказывал про очень действенное средство от данного недуга. И вы меня снова заставляете повторяться. Вы, наверное, конечно же, мне сейчас не поверите, но данное средство существует уже достаточно давно. А вот было доведено до ума и сделано как нужно сравнительно недавно. Наушники CG Pods. О, да брось! Вот это. Блин, какой же ты идеальный рекламщик, а? Для тех, кто послушался моего совета в прошлый раз, у меня для вас херовые новости. Потому что CG Pods стали еще лучше. Теперь они говорят... Я не могу пролистнуть эту рекламу, она слишком хороша. Говорят по-русски голосом телочки, которая вас хочет. Включение наушников. Наушники подключены к телефону. Bluetooth 5.0, водозащита, сенсорное управление, работа до 17 часов в автономном режиме, корпус из высокопрочного алюминиевого сплава D16T, на который, кстати говоря, можно даже ногами встать, а также гипоаллергенные амбушюры, что тоже немаловажно для многих. А еще в них допилили софт, и теперь нету рассинхрона, когда пытаешься подключиться к ноутбуку, и все работает как должно работать. Блять, как ты заебал, за эти деньги можно купить 3 комплекта сиумишных наушников. Конечно, можно, если вам насрать на такие важные для меня, допустим, вещи, как сенсорное управление, автономность, качество. Кстати, не люблю сенсорное управление в наушниках. Дерьмо собачье, я честно вам скажу. Я правда вам скажу. Я купил себе JBL-ки, это не реклама JBL, но купил себе JBL-ки именно с сенсорным управлением, и когда ты достаешь наушник, держишь в руке, сука, он начинает творить всякую фигню, поэтому сраные сенсоры нафиг отключаю, просто с этих наушников, ненавижу сенсоры на наушниках, зачем они были придуманы, не знаю, на кой фиг, дерьмо, мне не понравилось, лучше бы я купил бы модель без сенсора, задел за живое. Сборки, гарантия в 1 год и гарантированный срок службы в 3, то да, можно. За все это надо платить, и между прочим, за хороший звук тоже. И это действительно тот случай, когда вообще не стыдно посоветовать вам что-то годное. А еще они не выпадают из коробки, как умалишенные при первом же открытии и попытке их достать куда-нибудь на пол. И также точно они отлично сидят в ушах, не выпадают, если... Блин, ну мне дизайн коробочки не нравится. Коробочка такая, какая-то беспонтовенькая такая немножечко. Чуть-чуть беспонтовенькая коробочка. Если вы когда-нибудь забудете и попиздите вместе с ними в душ, то неожиданно ни хера не случится. Совсем забыл! Любой из этих наушников может работать как гарнитура без второго. То есть, если надоело в левом ухе, берешь, вставляешь в правое ухо, этот вынимаешь, кладешь в коробочку, и все работает точно так же. По-моему, не все так умеют. Ссылка на них будет в описании, а также промокод, который даст тебе скидку в 10% для того, чтобы ты наконец смог себе сделать годный подарок на Новый год.
Будь мужиком. Ну а пока у вас такой штуки нету, крайне рекомендую бежать в туалет, закрываться там и продолжать смотреть наш выпуск, поскольку мы начинаем начинать. И первое видео в сегодняшнем нашем выпуске будет про... Так. Валерьяночки, приготовьте. Карвалолу там что-нибудь. Ну, кофеёчек. Вы знаете. Инвалидное кресло для болгарки. Нет, вы не ослышались. Что? Что? Это похоже на эти колесики, знаете, у животных ставят на лапы, да, ну, у которых нету лап. Похоже чем-то на это, на колесики, реально. Как я понял из вышепоказанного материала, приспособление позиционируется как альтернатива Рейсмусу. Только здесь можно использовать его не только по дереву, а и по металлу, по стене. Аж в горле пересохло. Если вдруг кто не знает, что такое Рейсмус, это такая большая хуйня. Пиздец, какая большая. Так. И охуеть, какая тяжелая. Ну, профессиональная, где-то так тонны полторы. Туда засовывают палочки разного размера, а вылазят из другого конца не одинакового размера. И я знаю, что многим из вас очень нравится, когда я бомблю, но в данном случае я предпочитаю побомбить немножко после того, как я эту поебень повторю, и для того, чтобы все это было максимально конструктивно. Поскольку изготавливать нам придется не хуй собачье высокоточное оборудование, стандартные средства разметки металла нихуя не годятся. А тут уже как бы нужна большая точность, между прочим. А размечать будем по методике трусомодельщика. Маркер, к сожалению, высох, но это не проблема. Есть гораздо более точные средства разметки материала для распиловки. Отрезать нам необходимо где-то... Здесь и... Блять, узко. Вот так, во. И вот здесь. Удобная разметочка. Промазал. Хуйня, некоторые погрешности в конструкции допускаются. Итак, как и обещал, собственно говоря, я сразу хочу задать автору, конечно же, заочно, несколько вопросов. Данное приспособление нам позволяет что? Что оно нам позволяет? Я даже примерно понимаю, почему он с таким выражением это делал. Просто, ну, навсрать. Контролировать высоту срезаемой поверхности для того, чтобы получить ровную деталь, может быть. Но тут возникает резонный вопрос. Как именно я должен контролировать высоту срезаемой поверхности, если болгарка стоит всего на двух точках и качается? Конечно же, наша лаборатория не будет лабораторией по проверке самоделок, если не проведет независимые испытания, при помощи которых мы сможем, возможно, увидеть разницу между обработанной поверхностью с вот этой вот неведомой ебаной хуйней и без нее. Если увидим. Найдите 10 отличий. Но сегодня, впервые за всю историю, мы имеем счастье лицезреть, как сделать чрезвычайно эффективное и нужное
Нихуя! Чего я не могу сделать без вот этой вот... Тут я согласен, изначальная идея была странная. Ебени, который ее нагородил вокруг болгарки. Это же надо насколько быть рукожопом, чтобы она у тебя вот так вот в руках во все стороны. Что ты решил колесики присобачить, я не знаю, правда. И самый последний вопрос, который у меня напрашивается, глядя на этот ебаный пиздец. Где сход-развал? Какой нахер толк от этих подшипников, если они не параллельны друг другу? С тем же успехом можно было оставить две этих пластины и точно так же эффективно, в кавычках, конечно же, использовать данные приспособления. Самоделка не просто полная хуйня, а полная поебень, потому что она сделана только для того, чтобы проебать время и высрать видос, на котором цель стояла собрать просмотров и чуть-чуть бугурта. Результат достигнут, едем дальше. Следующее приспособление мне продолжают присылать вот уже месяц. И я даже не представляю, сколько народу уже прислало. У всех очень сильно подгорает. Давайте скорее смотреть и разбираться с тем, хуйня это или все-таки нет. Так. Ох. 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 Что, так можно было? Для воссоздания данного девайса пришлось затариться некоторым количеством стафа. Вы, конечно, имеете полное право мне не верить, но я вам честно признаюсь, первый раз в жизни буду разбирать абсолютно новую батарейку. Невиданный для меня вандализм. Я даже не знал, что так батарейку можно... Так разобрать батарейку, серьезно. Первый раз такое вижу. Так вообще возможно? Я знаю только одно. В детстве мы постоянно это самое, когда разряжались батарейки в плеере, мы их немножко грызли, потом вставляли обратно в плеер. И все работало. Удивительным образом. Прикольно. Хоть и недолго. Однако призабавнейшее физическое явление можно наблюдать, разбирая батарейку. Оказывается, только что не обязательно погружать стержень полностью в ее внутренности для того, чтобы получить 1,6 вольта. Нихуя себе. Не очень сильно люблю ломать исправные вещи, поэтому очень сильно надеюсь, что батареечку удастся вернуть в исходное состояние и еще чуть-чуть попользовать. Ну что же, упрощенная версия нашей самоделочки готова. Я думаю, рукоятка нам не пригодится. Нам непосредственно необходимо проверить, работает или не работает. И увидеть, собственно, сам процесс, поглазеть как следует и определить, хуйня, не хуйня и все такое. Поехали. Аккумуляторчик дохленький и как следует не может толкнуть нашу цепь. Нам нужен очень мощный источник питания. Сварка. Сварка достаточно мощный источник питания. Только не улетай раньше времени, хорошо? В общем, у нас все готово, будем сейчас проверять. Графитовый стержень я зажал через нашу латунную проставку, чтобы его не раздавило, а, собственно говоря, сам провод я зажал в минусовую клемму. Очень важное замечание. Ток на нашей сварке нужно поставить на минимум, для того, чтобы наша цепь не сделала бах. Ну вот, что, собственно говоря, мы получили. То есть, как вы поняли, сам принцип рабочий. Но есть одно небольшое замечание по поводу данной самоделки, которая была продемонстрирована в видеоматериале. В одном моменте она все-таки полная хуйня. Любые кислотные аккумуляторы очень сильно не любят короткое замыкание. А это как раз-таки оно и есть. И, в общем-то, в длительных режимах он работать долго не будет. Конечно же, быстро разрядится. И плюс ко всему, ему еще придет пиздец, поскольку... Пластины при таких режимах очень быстро высыпаются и, в общем-то, емкость летит в пизду. А сама по себе это даже не самоделка, между прочим, если вы вдруг не знали. И далеко не самая хуйня, и все-таки используется в данных случаях сварка, поскольку сварки похуй на нагрузки. Она на них рассчитана. И должен вам признаться, что и в нашу современность используют данный метод, и он далеко не полная хуйня. И для сварки медных проводов ой как годится. Я лично данный процесс наблюдал на одной из строек.
А что касается самого графитового стержня, то он здесь тоже не просто так используется, поскольку у него есть одна уникальная способность — не прилипать к свариваемым поверхностям. Пользуйтесь на здоровье, но очень аккуратно, может переебать током. Вот и наша батареечка снова в строю, что не может не радовать. Желтенькая, красивенькая, почти аккумулятор. Следующий видеоматериал подскажет главное, вам, чтобы... что делать, если... Главное, чтобы дальше просто работало. У вас нету денег на гриндер, а очень хочется. Так. Ладно. Ладно. Это ж столько надо заморочиться вообще. Не, ну так-то выполняет свою функцию, да это такая странная приблуда. Как вы понимаете, изделие позиционируется как хорошая альтернатива заводскому и, в общем-то, из говна и палок. Неужели заводской настолько дорого стоит? Так все такое, дешево, сердито, быстро и эффективно. Ну что ж, давайте проверим. К сожалению, ленты для ручной шлифовальной машины у меня нету, они в два раза шире, но это, в принципе, не особенно сильно меняет конструкцию, поскольку нам нужно проверить принцип работы. Использовать мы будем 600-590 ленту от малого гриндера левша. В общем, время начинать. Я почему-то предвижу странную самоделку. Мне она кажется очень странно выглядящей. Ну что же, монументальненько получилось. Ну да ладно, время проверять. И, пожалуй, будем проверять при помощи деревяшечек, поскольку нам там продемонстрировали, что вот такенный вот прибор был собран для того, чтобы точить карандаши, да. И деревяшечки. Поэтому вот сейчас из отходов, как говорится, производства будем делать тестовый образец для обработки. Ну что же, однако, не ебаться, какой эффективный прибор у нас получился, учитывая тот факт, что все это сделано из говна и палок. Я шучу, если что. Ну а теперь давайте серьезно пройдемся на тему того, почему же самоделка полная хуйня. Я думаю, несложно представить, сколько необходимо произвести манипуляций для того, чтобы сменить ленту. Тогда как на обычном гриндере заводского исполнения, таком как левша, к примеру, чтобы заменить ленту, необходимо сделать целую серию манипуляций. А именно... Здесь же для замены ленты необходимо разобрать весь станок к хуям. Следующий немаловажный момент в хуевости этой самоделки – это принцип регулировки ленты, чтобы она никуда не убегала и ее не зажевывала. Никак. Ну, в принципе, как при помощи киянки и ослабления 8 саморезов, которые держат самоцентрующиеся подшипники. Как вы понимаете, все это будет происходить с чрезвычайно большой точностью. Скорость движения ленты здесь она еле-еле 1.5 оборота в секунду, тогда как на профессиональном гриндере она составляет приблизительно 5-6 оборотов в секунду.
Из-за этого, собственно говоря, любая лента будет быстро тупиться. Это раз, а во-вторых, все это говно нихера не работает, потому что все происходит крайне медленно. Для пущей наглядности можно провести тест скорости движения ленты на этом куске дерьма. Ну, это изначально, это понимаете, это изначально выглядело как какая-то дрочка просто. И на заводском приборе. И даже если этот тест будет все-таки субъективным, но я думаю, вы быстро увидите разницу. Мне просто бы банально было бы лень это делать бы просто. Лень эту самоделку делать, потому что выглядит она изначально уже сомнительно на самом старте. Просто я не знаю, может быть, гриндер настолько дорогой, что прям, ну, вот так вот, вот я просто, ну, я не знаю. Ну и, конечно же, объективности ради мы сейчас будем использовать наш проверенный откалиброванный прибор, чтобы вы не подумали, что я вам сейчас здесь пиздю. Системы автоматической подтяжки ленты нету, системы регулировки ленты нету, достаточной скорости вращения ленты для обрабатывания металлических деталей нету, общей жесткости конструкции также нету. Долговечностью здесь тоже не пахнет, поскольку все сделано из говна и палок. Про точность обработки деталей я тоже молчу, поскольку, как вы понимаете, опять же все сделано из говна и палок. Стоимость расходных материалов, необходимых для постройки данного... Блять, гриндером, сука, даже язык не поворачивается назвать. Куска говна, короче говоря, практически равняется стоимости покупки заводского. Да. Без 2500 рублей. Потому что один самоцентрующийся подшипник стоит 1500 рубля. Итого мы получаем уже 6 косарей. Плюс резьба, гайки, шайбы, потом хомуты, держатели. Ну ладно. Соответственно, потраченное вами время, ладно. Электричество, расходные материалы в виде пилок для лобзиков и прочие поебени, а также шайбы и саморезы, и набегает сумма где-то в районе 10 тысяч рублей. Добавьте еще 2,5 рубля и купите... 12 тысяч. Заводской гриндер. Итого мы получаем абсолютно беспонтовую поебень, построенную мамкиным инженером, не имеющим ни малейшего понятия о том, как... Ну, же... я за удобство, я считаю, ну... Ну да, стоит дорого, двенашка. Ну блин, она тебе пригодится, если ты часто занимаешься чем-то подобным. Что тебе, вот для чего он тебе именно нужен, аппарат. Если ты хочешь, естественно, качество, удобства, ты за это переплачиваешь. Там плюс-минус какую-то получше еще модель, подороже, помощнее. Ну если ты разбираешься очень хорошо в технике, в инструментах подобных. Я, например, не сильно разбираюсь. Вот, но я бы смотрел бы, взял бы, например, бы знакомого, который хорошо разбирается, бы посоветовался, какой лучше взять, что-то в средней ценовой категории, более дешевой или более дорогую брать модель, чтобы на будущее с запасом. Вот. На некоторых вещах не стоит дешевить, если они тебе пускаются как бы в работу. Все-таки правильно строить гриндеры. Где-то видел, как-то слышал, но нихера не понял и собрал как мог. Самоделка полная хуйня, хотя кого я здесь сейчас пытался удивить этим фактом. Но если вы любитель садомаза и вам необходимо точить карандашики, то... крайне рекомендую. Куда присылать ссылки на самоделки вы уже и так знаете, в комментарии под этим видео, а также в Инстаграм. Возможно, я увижу, но это не точно. К сожалению, у меня на сегодня все. С вами был Доктор Дью. До свидания. До свидания. Не, хороший сборный ролик. Я заметил такую закономерность, что редко какие-либо лайфхаки, в принципе... Даже самоделки их правильно называть, даже не лайфхаки, а самоделки, которые должны облегчать твою жизнь. Редко когда вообще Дью в принципе нравится. И мне нравится контент Дью за то, что он объясняет именно. Вот я, например, вижу вот эту непонятную самоделку. Я не могу объяснить, почему она полное говно. Но я вижу, что это полное говно, но я не могу объяснить, у меня нету понимания. И благодаря Дью я понимаю, почему она точно полное говно. И порой даже удивляюсь тому, что, блин, я даже до такой мелочи даже не додумался бы. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.